Приветствую вас, если мужчина в отношениях делает все для вас, если вся энергия и средства мужчины направлены только на то, чтобы сделать вас счастливее, ваша жизнь лучше, а ваше существование полнее, ярче, эмоциональнее, то это любовь. А если все, что мужчина делает, это практически в его интересах, если все, что мужчина делает, он только выигрывает от этого, а вы проигрываете, вы чувствуете, что ваши интересы остаются на заднем плане, а на первом плане его, то это как раз таки и есть использование. То есть, по сути дела, использование есть акцент внимания мужчины на ваших интересах или на своих. Если на ваших, значит, это любовь. Если на своих, значит, использование, такому мужчине нельзя доверять. И лучше с ним, ну, мягко говоря, отношения как можно быстрее прервать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.